Говорят, готовь сани летом. Тоже касается и подготовки дома к холодам. Сейчас спрос на твердые виды топлива вырос по всей стране. Каждый день в Бобруйске горрайтопсбыт тоннами привозят торфобрикет для водяного и парового отопления. Поставляют его со Старобинского и Днепровского заводов. Для печей используются дрова, которые поступают из лесхозов. Как правило, это микс лиственных и хвойных пород. Прямо на предприятии есть вот такая своеобразная витрина. Покупатель может самостоятельно оценить качество бревен в разрезе и подобрать их по толщине. Партию отметят специальным знаком, и она будет дожидаться отгрузки. Затем в сроки отправится к владельцу. Стоимость кубометра дров – 9 рублей 53 копейки. За тонну брикета нужно будет заплатить чуть больше 29. Погрузка обойдется в 5.07. Выписать твердые виды топлива можно по адресу Бахарова, 7. Получить консультацию в будние дни по телефону 72 11 10 с 8 до 5, обед с часу до 2. Срок доставки до 30 рабочих дней с момента заключения договора. Дрова у нас разделываются и реализуются согласно техническим возможностям предприятия. Мы дрова колем, пилим, реализуем их 2-метровыми и 4-метровыми. Разделанными дровами у нас обеспечиваются инвалиды и лица престарелого возраста. Они приходят к нам, заключают договор. В течение 15 рабочих дней мы осуществляем им доставку топлива. Купить дрова и брикет по фиксированным ценам могут бобруйчане, которые живут в доме с печным, водяным или паровым отоплением, а также с индивидуальным оборудованием, при условии, что оно не подключено к системе централизованного теплоснабжения. Население получает топливо по фиксированным розничным ценам, по установленным нормам. Нормы установлены на один календарный год. Это 4,9 куба дров, либо 3 тонны брикета. Если человек желает приобрести и то топливо, то норма делится. Это 2 тонны торфобрикета и 2,6 куба дров. За 2021 предприятие реализовало больше 9000 тонн брикета и почти 9,5 кубометров дров. Помимо самого Бобруйска, здесь обслуживают еще наш район, плюс Глузск и Осиповичский. К слову, организация предлагает трудоустройство на вакансию станочника и раскряжевщика. Зарплата от 700 рублей, а также грузчика от 650. Подробности по телефону 72 16 59. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.